Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Начну с утверждения, я люблю YouTube, особенно сейчас, когда телевизор стало совсем невозможно смотреть. Если у вас еще нет канала на YouTube, заводите, никогда нельзя предугадать, что выстрельнет. Может быть, именно ваш канал станет миллионником. И если вы еще этого не сделали, то вот вам несколько практических советов по оформлению канала на YouTube. Вот канал. Что-то тут уже есть, но я его не оформлял, так как использую его для того, чтобы что-то шарить, а не как, собственно, канал. Вообще, в Google, к которому относится YouTube, достаточно сложная навигация. Понять, что здесь к чему, непросто. Канал оформляют на этой странице, глобальные настройки запрятаны здесь, и еще настройки есть здесь. Все не обойдем, но что-то основное я покажу. Итак, возвращаемся на страницу канала. Естественно, вам нужен аватар, это безусловно. Нажимаем вот на этот карандаш в углу, изменить, и либо выбираем из того, что у нас есть в настройках Google аккаунта, либо добавляем что-то еще. Так, второе – это обложка канала. Тут все тоже просто, но уже есть специфика. Также на карандаш, изменить оформление. Здесь тоже можно выбрать из фотографии аккаунта, воспользоваться предложенными Google или загрузить свое фото. С загрузкой есть одна сложность. Он использует одно фото под разные устройства – телевизор, смартфон, компьютер – и просто кадрирует его по-разному. Надо сказать, достаточно живодерски кадрирует. Вот из такого фото на компьютере получается вот что. Бывает, кстати, гораздо хуже. Чтобы понимать, что он заберет под десктоп, нужно создать файл размером 2560 пикселей, это минимальная ширина, которую принимает YouTube, на 423 пикселя. Теперь, добавив фото, вы будете знать, что будет в шапке канала на компьютере и примерно догадываться, что будет на планшете. Теперь увеличим размер холста до 1440 пикселей, это минимальная высота фото в YouTube, сохраняем, загружаем на канал, ну вот. Далее описание канала. Его тоже нужно добавить. Есть мнение, что описание участвует в поисковой выдаче YouTube. Не буду ни подтверждать, ни опровергать, на всякий случай навставляйте ключевых слов в описании, но не очень много, чтобы это было читаемо. Все, теперь расширяем возможности посредством вот этой шестеренки. Можно, кстати, заодно отключить информацию о моих лайках и подписках. Итак, нам нужно выбрать вот эту функцию, настроить вид страницы обзора. Сохранить и... вот. Это уже похоже на канал. Так он будет выглядеть для тех, кто уже подписан, а так для новых зрителей. Сюда можно и даже нужно добавить трейлер канала. Короткое видео с... шоу-рил. А здесь можно выбрать, что рекомендовать подписчикам. Либо новое видео, либо ваши последние действия, либо можно добавить свой ролик, и он всегда будет рекомендован. Он же будет идти следующим после любого ролика с вашего канала, который смотрят зрители. Вот так. Что еще? Еще очень важная вещь, которую сразу можно и не заметить. Вот эта буковка G+. Это говорит о том, что у вас появилась возможность добавлять свои ссылки в шапке канала. Это делается здесь. Изменить ссылки, либо в закладке о канале. Здесь, кстати, можно добавить адрес для коммерческих запросов и поменять страну. Надо поменять. Итак, пользовательские ссылки. Добавить. Здесь вставляем URL. Я вставил ссылку на свой Facebook. Здесь короткое название и готово. Если вы захотите добавить что-то еще, нажимаете «Добавить» и выбираете еще ссылку. А вот так это теперь выглядит на канале. Последнее, о чем я успею рассказать, это плейлисты. Плейлисты должны быть, но их не должно быть много. То есть завести их вы можете хоть 100 штук, но на странице канала отображайте не больше 10. Лучше до 6, а то это выглядит как лоскутное одеяло. Плейлисты здесь. Просто нажимаете «Новый плейлист», придумываете название. Тут есть минимальные настройки. Теперь добавляем видео. Вообще правильно указывать это при загрузке видео, ну в какой лист его добавить. Но мы делаем отсюда. Добавить видео. Давайте лучше здесь. Выбираем то, что является клипами. И здесь просим добавить в. Выбираем плейлист. Все, добавлено. Вот. Три клипа. Так, и теперь добавим этот плейлист на главную. Добавить раздел. Один плейлист. Мои плейлисты. Найти. На самом деле здесь должны выскочить все плейлисты, но у меня они не выскочили, поэтому пришлось вводить ссылку. Готово. Обновим страницу, и вот он, плейлист видеоклипы. Можно поднять его выше, опустить ниже, можно изменить с горизонтального списка на вертикальный. Это разбавляет обычно горизонтальную череду плейлистов и выигрышно с точки зрения юзабилити.
Но в любом случае на этом мы остановимся. Первичные действия по оформлению канала мы выполнили. И теперь, когда вы оформили ваш канал, начинается увлекательное путешествие в мир создания видеоконтента. Вот вам в помощь скринкаст о том, как монтировать ролики в бесплатном видеоредакторе Shotcut. Все, любите друг друга, желаю снимать вам то, что нравится, а не то, что нравится публике. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.